Здравствуйте! Рад приветствовать на проекте телеканала «Видное ТВ. Будь в форме». В цикле передач, посвященных спорту, активному отдыху и, в общем, здоровому образу жизни. Тема сегодняшней передачи – все нюансы и тонкости кардиотренировки. Кардиотренировка – это отдельная тема. Это очень эффективный подход к жиросжиганию, к тренировке сердечно-сосудистой системы. И к ней лучше прибегать в отдельный день, выделять час времени, вот, и приходить заниматься на беговой дорожке, на эллиптическом тренажере, либо же велотренажере. Кардиотренировку очень важно правильно выстраивать. Первое, на что стоит обращать внимание, это пульс. Пульс у вас должен быть рассчитан по формуле. Они все доступны, в принципе, в интернете. Вот. Но такой средний пульс для человека возрастом от 25 там, до 35 лет, это будет 130-135. Вот. Там будет зависеть от вашего возраста. Вот. И в таком легком темпе это не должна быть пробежка, вот. Это должна быть активная ходьба в горку. Вот. Либо же, опять же, если это эллиптический тренажер, это должно быть выставлено сопротивление, чтобы вам было тяжелее двигать ногами. Вот. Мы достигаем определенного пульса и придерживаемся его на протяжении длительного времени. Это начиная от 20 минут до часа 15. Перебарщивать там по 2 часа ходить не имеет смысла. Нужно разобраться, что такое кардиотренировка. Разные атлеты понимают смысл этого тренировочного режима по-разному. Если понимать кардиотренировку как инструмент по достижению жиросжигающего эффекта, то лучше всего подойдет низкоинтенсивные нагрузки ниже аэробного порога. Если мы говорим о кардиотренировках как о средстве профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, то кардио здесь вообще не подходит. Дело в том, что сердце не нужно тренировать. Оно работает всегда в режиме «все или ничего». Всегда сокращается на полную катушку, постоянно при каждом сокращении подключаются все двигательные единицы. Чтобы сердце было здоровым, его нужно не травмировать. Что нужно для этого сделать? А все просто. Нужно соблюдать режим сна и бодрствования. Нужно хорошо кушать, белковая пища нужна. Нужно не допускать ожирения. Если мы говорим о кардиотренировке как о механизме для развития функциональных качеств сердца, то это, скорее всего, вам не нужно. Потому что сердечно-сосудистая система, что респираторные системы, они не лимитируют атлетов. Вплоть до уровня мастера под циклическим видом спорта. Это такие виды спорта, где работают одновременно и пояс верхних, и пояс нижних конечностей. Например, биатлон. Сердце не нужно тренировать. Оно уже тренировано у каждого человека, без патологии, естественно. Если патология есть, то тут другое. Тут нужна работа со специалистами и с врачами. Если нет патологии, то сердце уже тренировано, как у мастера спорта. В завершении кардиотренировки не нужно сразу же убегать. Снизили темп, немножко походили, пульс успокоился. После этого спокойно сходим с дорожки и идем заниматься своими делами.